тобой есть мощь и сила. Это мини-боги землю спешат спасти ради справедливости. Если небосвод затянуло облаками, то не бойтесь, рядом с нами всегда окажутся друзья. X-Power! Команда вперед! Ваша смелость бесконечная через тьму к солнцу нас ведет. Это мини-форсис! Стойкость, мощь и сила. Это мини-форсис! Землю спешат спасти ради справедливости. Стойкость, мощь и сила. Спешат спасти ради справедливости. Это мини-форс X. Миссия в космосе. Теперь вы расскажете нам, что знаете? Конечно. Давным-давно один злодей управлял бандой злых пришельцев. Они терроризировали всю галактику. Это и был Зенос. В конце концов, его поймали и заперли на планете Кратер и со временем забыли. Пока мы не обнаружили эту забытую планету, Кратер. Не следовало нам его освобождать. Да уж. Зенос хотел получить абсолютную мощь, чтобы править Вселенной. А на Земле он нашел источник, который мог зарядить эту мощь. Люди излучают сильную энергию, когда испытывают отрицательные эмоции, такие как злость, печаль, отчаяние. Это называется отрицательной энергией. Зеносу уже удалось собрать большое количество отрицательной энергии. Если он соберет достаточно... Что произойдет, если он получит абсолютную мощь? Зенос, скорее всего... уничтожит планету Земля. Уничтожит нашу планету? Значит, мы должны остановить Зеноса, пока он не получил абсолютную мощь. Кара, думаю, нам нужна твоя помощь. С чем? Нам нужно, чтобы ты доставила нас на корабль Зеноса. Но это же... Хорошо. Леди Кара! Нам больше негде прятаться. Теперь надо быть храбрыми. Вы правы, леди Кара. Да, так мы и сделаем. Спасибо, команда Дан. Однако, как мы попадем в открытый космос? Да, если подумать... Никак, у нас нет такой возможности. Не волнуйтесь об этом. Утечка отрицательной энергии? Мы теряем больше энергии, чем рассчитывали. Повелитель, это может поставить под угрозу наши планы. Как ты позволил этому зайти так далеко? Почини немедленно! Да, да, повелитель, займусь этим немедленно. Ничего чинить не надо, повелитель. Никакой утечки не было и нет. Зенос, боюсь, твои дни сочтены. Я Зорд. Поглощу всю эту энергию и стану правителем Вселенной. Носитель сможет вывести нас в открытый космос? Ха. Настоящий герой готов к любым неожиданностям. Хорошо, носитель силы X, выезжай!
Давай, Сэмми. Включить ускорители! Командир, получилось! Теперь все зависит от них. Ух ты! Мы в космосе! Трио, смотри, куда летишь! Я же тоже первый раз в космосе! Ух ты! Ребята, смотрите! Так красиво! Как кто-то может захотеть уничтожить такое? Мы защитим Землю любой ценой. градусов правее и 20 градусов выше. Понял. Мы на месте. Но я ничего не вижу. Корабль Зеноса спрятан за силовым щитом. Увидите, если подлетите ближе. О, теперь вижу! Это корабль Зеноса! Он огромный! Мини-фарс! Должно быть, их сюда привела команда Дан. Уничтожить их! Это военные боты, разработанные Зордом. Осторожнее! Это ерунда. Контратака! Боты противника рассредоточились. Сменим тактику. Давайте задействуем пента-икс-ботов. Кара, ты остаешься за главную. Так точно. Не переживай. Ха-ха! Как вам такое? Теперь моя очередь. А вот и я! Надоедливые роботы! Вот и все роботы! Нет! Смотри! Получается слишком долго. Давайте совместим ботов. Так точно! Пентатрон силы! Совмещение!
устраним их всех одним выстрелом. Космическая волна! Мы можем проникнуть в корабль! Это корабль Зеноса? А где же сам Зенос? Комната Зеноса в той стороне! Нас окружили! Озвучено по заказу CLS Media в 2019 году.